Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. Для тех, кто впервые на моем канале, мне хотелось бы представиться. Меня зовут Светлана, я живу в пригороде Парижа. Я замужем и у меня маленький ребенок. И сегодня это видео вопрос-ответ. Я буду отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы. И если вам интересен формат такого видео, то оставайтесь со мной. Вы узнаете немножко, чуть-чуть побольше информации обо мне и о моей жизни. Ну что, поехали. Я взяла ежедневник, записала здесь ваши вопросы и сейчас буду отвечать. Хочу сразу предупредить, это только моя жизнь, мой личный опыт, и я ручаюсь только за себя. У всех по-разному. И еще одно. Если я не отвечу на какой-либо вопрос, который мне был задан в комментариях или в личную почту, то не обижайтесь. И просто, может быть, я его пропустила, не увидела. Ну, мало ли что бывает. Обязательно напишите под этим видео все вопросы, которые вас интересуют о моей жизни, о Франции. И я на них обязательно отвечу. Ну что, поехали. Солнышко будет то уходить, то выходить. У нас такая погода переменчивая, так что не судите строго за свет. Ну ладно, это не важно. Самое главное – это вопросы и ответы. Разговаривает ли мой муж на иностранных языках? Мой муж, он французской национальности. Он рожденный во Франции, в пригороде Парижа. Всю жизнь он жил здесь, но корни – по дедушке и бабушке они итальянские. И всю свою сознательную жизнь, я не знаю, наверное, с первого годика жизни, а то и раньше, на каникулы они уезжали в Италию. И он научился там, как бы это не такой просто разговорный итальянский язык. Он владеет разговорным итальянским языком. Ни грамматикой, не может он писать, ни что-то такое. Просто разговаривать так, как он общался с итальянскими детьми, так как он общался там с итальянцами, и каждый год он в Италии. В общем, один из языков – это итальянский. Разговаривает ли он на русском языке? Ну, вы знаете, когда мы приезжаем во Францию, то мы, естественно, хотим, чтобы наши мужья выучили русский язык. Мы пытаемся их учить. Поначалу, я помню, каждый день давай им запоминать одно или два слова. Ну, я не знаю, почему французы говорят, что они не склонны к изучению иностранных языков. Конечно же, все это, скорее всего, лень. И нежелание, нехватка времени и так далее. В общем, мой муж знает несколько слов. Но за эти вот несколько лет, что мы вместе, разговаривать он на русском языке не умеет и не понимает. Может быть, на подсознании, на корке у него... И отложились как бы какие-то фразы, какие-то просто он, ну, как бы сказал, дотёпал, так по-русски. Вот так. Как он относится к русской кухне? Мой муж, он гурман, он любит очень поесть, он любит французскую кухню, он ненавидит всякие диеты, диетические блюда, биомагазины, какие-то зернышки. Для него это, ну, другой мир. Ему вот надо такие французские блюда, как барбекю, но это не французское, может быть. Любит он бланкет де во, потефе, то есть традиционные такие блюда. И слава богу, что моя семья вокруг здесь, каждое воскресенье мы ходим, вы уже, наверное, знаете по моим влогам, на семейные обеды, и они готовят такие блюда. Так как я на постоянной жизненной диете, и готовить что-то такое я ему готовлю, естественно, если он попросит. Но в основном это такие легкие блюда, салаты. В общем, он любит французскую кухню. Русскую кухню он тоже любит. Ну, иногда, конечно, какие-то ингредиенты, как гречневая каша или селедка под шубой, он это не будет есть. Ну, это вкусовые... такие качества, наверное, которые вкусовые ассоциации, которые мы любим с детства. И для нас это нормально, для нас это вкусно. Для него это что-то такое непонятное, необычное, поэтому
В селедку под шубой я кладу отваренный лосось. А кашу ест мой сынишка, которого я приучаю с детства. А он как бы предпочитает рис или, не знаю, лапшу. Итальянскую кухню он просто обожает. Но он открытый человек. Он вот на Пасху мы будем делать русскую Пасху. Он поедет, мы, может быть, вместе поедем в Париж. Он будет покупать кулич, он будет покупать русскую Пасху. Мы поедем в русские магазины. Естественно, он все это пробует и доволен, и всегда говорит спасибо. Так, предпочитает ли он иностранную, итальянскую еду и вино? Как я уже говорила, что каждый год мы в Италии, итальянскую еду, итальянское вино он обожает. Ну, для него паста – это самое лучшее блюдо. Для него, ну, пицца, по-моему, это не, даже не итальянское блюдо, но все-таки они там ее едят. Пицца, потом вот этот хлеб, брусчетты, да? Извините за произношение. Все это для него просто, ну, самая лучшая и вкусная еда. А итальянское вино мы всегда покупаем Бартолино. Бартолино, да? Потому что мы ездим на Лак де Гар, и там его производят, если не ошибаюсь. То есть мы обожаем это вино, всегда привозим домой. Привозим продукты такие, как оливковое масло, вино, пармезан. Ну, для нас Италия это как бы... Наверное, третий дом. Для меня сначала Россия, потом Франция, а потом Италия. Как во Франции относятся к русским? Дорогие мои девочки, женщины, те, кто меня смотрит. Вы знаете, я уже отвечала на этот вопрос. Ну, я вот с такой большой какой-то агрессией и недовольствием я не встречалась во Франции. Предвзятое отношение, оно есть везде и ко всем. То есть в любом коллективе может... случится так, что вы натолкнетесь на какого-то человека, ну, на какого-то неприятного, невоспитанного, необразованного, как, будь вы русский, иностранец, там, немец, француз, всегда будет что-то, что, возможно, вызовет негатив и какие-то такие ситуации неприятные. С этим я сталкивалась на работе, но это шло даже не от француза, а от девушки другой национальности. Я не буду сейчас говорить, какой национальности. Я не расист и не хочу там говорить о политике или о расах в своих видео. В принципе, относится хорошо. Ну, русская женщина, она как бы такой стереотип красоты, хорошей хозяйки, ухоженной, умной, женщины с характером. Поэтому для меня во Франции жить приятно. И... я думаю, что в моей семье ценят, что у сына, у племянника русская жена, так как мы привносим свою культуру, мы разноображиваем жизнь. И это замечательно, это движение, это что-то новое. Итак, следующие вопросы. Приезжаю ли я в гости в Россию? Тот, кто смотрит меня, уже знает, что родители мои ушли из жизни рано, и в России у меня остался племянник, дядя, сыновья моего дяди. Мы переписываемся по интернету, мы не созваниваемся, да, очень редко созваниваемся по скайпу, иногда с тетей я созваниваюсь. В общем, мы общаемся, но приезжать за все это время я не приезжала. Почему? Я вам сейчас открою страшную, наверное, тайну ужасную. Я ужасно боюсь самолетов. Ну, не знаю, для меня слетать в Венецию 2 часа, это нужно подготовиться морально и физически. Ну, я понимаю, что мы живем в 21 веке, это необходимо, никуда от этого не денешься. Но вот сам факт, что нужно брать самолет, наверное, из-за этого я откладываю многие путешествия. Это глупо, я понимаю, но все мы разные. И в Россию я пока что не приезжала, муж хочет. Наверное, когда-нибудь мы, естественно, вернемся на могилы моих родителей. Я покажу сыну, где я была рождена. Но в данный момент вот так. Делаю ли я сюрпризы, подарки моему мужу? Вы знаете, мои хорошие, я думаю, что будь ты женщина, будь ты мужчина, подарок и сюрприз, он приятен всем. Даже если мужчина говорит, что ему ничего и не надо, мужчинам
по большой степени никогда ничего не хочется и ничего не надо, все-таки, когда ты даришь ему подарок и сюрприз, ты видишь, как светятся глаза его радостью, счастьем и любовью. Потому что не сам подарок и не сам сюрприз важны, а важно внимание любимой женщине. Естественно, я делаю сюрпризы и подарки своему мужу на все праздники, будь то большие или маленькие сюрпризы. На день рождения я организовываю какие-то уикенды, выходы куда-то, поездки. В общем, я думаю, что это база счастливой жизни. Да, если вам интересен такой сюжет, например, как быть счастливой в браке, то напишите мне внизу, подискутируем на эту тему. Я думаю, будет всем интересно поделиться комментариями и каким-то опытом своим жизненным. Мы, особенно женщины такого возраста, как я, у нас есть уже значительный опыт за спиной, почему бы не поделиться. То есть сюрпризы и подарки я делаю своему мужу, делала и всегда буду делать. Стоит ли ухаживать за своим мужчиной? Ну, я думаю, что, конечно же, стоит. Если есть любовь в семейной паре, если есть уважение, если есть нежность, то этот вопрос даже и не будет задаваться. Вы будете делать это как бы спонтанно, это будет нормально, это будет исходить от вас, от него. И вы будете ухаживать за ним, вы будете готовить ему кушать, стирать ему какие-то вещички, делать также сюрпризы и подарки. Ну, вы захотите увидеть на его лице улыбку, счастье в глазах. И не обязательно здесь, что он будет выражать как свою благодарность словами. Нет, просто все это будет естественно. Это такие вот жизненные нюансы, которые... или как бы фундамент вашей жизни, который вы строите кирпичик по кирпичику, и это и есть, наверное, счастье, это и есть умная женщина. Ну, на мой взгляд, это так. А принято ли ухаживать за мужчиной во Франции и в моей семье? В моей семье, да, принято. И мама ухаживала за... папой, и в семье моего мужа, моя свекровка, она ухаживала за своим мужем, даже, я бы сказала, очень ухаживала, и все было для него. Например, у меня так вот идет, что я люблю и своего мужа, но и себя я тоже люблю, то есть я не буду ради мужа обделять как бы себя, а у ней была такая тенденция, что больше для мужа, для своего сына, и в какой-то степени она, наверное, жертвовала собой. Я не буду жертвовать собой, я могу пожертвовать лишь собой лишь для моего сына, но не для кого другого. Поэтому мои, да, ухаживают за мужчинами, заботятся о них, лелеют их, ну... так заведено. Это немножко французская, итальянская семья, и я думаю, что и в Италии, как и в России, мужчина это занимает такой статус достаточно весомый в семье, поэтому женщина, она умная, но старается в таких мелочах угодить ему, поэтому вот так. А во Франции, ну, за всю Францию я говорить не буду, за всех людей не знаю. Я знаю, что во Франции идет очень большая волна феминизма, что женщины независимые, что женщины думают о себе, в меньшей степени о мужчинах, о детях. Ну, все семьи разные, воспитание разное, культура разная. Поэтому я вижу и семьи, где женщине совершенно все равно, где ее муж, что он делает и что он будет... чем он будет накормлен вечером, а есть женщины, которые хозяйки, которые заботятся о своих мужчинах. Ну вот, мои хорошие, я ответила на несколько из ваших вопросов. Надеюсь, что такое видео вам понравилось, вы узнали немножко больше меня и мою жизнь. И, как я уже сказала, пишите комментарии, я буду рада отвечать на ваши вопросы. И всем приятного вечера!
если это вечер, хорошего дня, если это еще день. И до скорой встречи на моем канале Светлана Франция. Всем пока, всех целую.